Выход из тупика Путину предложить очень просто. Вывести все войска, сесть с Порошенко за стол переговоров и договориться о мире. О мире, сотрудничестве и партнерстве. Вот, собственно, какой выход из тупика. Я за то, чтобы прекратить воевать с соседями. Я за то, чтобы заключить мир с Украиной. Перестать угрожать Казахстану. Не трогать даже Лукашенко. Чтобы вокруг нас был мир и покой. Чтобы мы занимались школами, больницами, дорогами, пенсионерами. Чтобы мы занимались наукой, культурой и образованием. Я за это. Это пятая колонна сейчас называется. Да?